наконец-то я в палатке, потому что там всякое комарье летает, очень мешает, неприятно. Хоть мы и побрызгали все вокруг, в общем, они летают. Дальше разбираю этот контейнер. Ну, не разбираю, здесь все необходимое. Ложки, кружки у нас, полотенца чистые. Все здесь. У нас есть специальный кофе-чай, конфеты всякие. Сами все видите. Чайник здесь же у нас. Сейчас чашки найду наши, с которых мы кушаем. И суп разолью. Также я хочу почистить лучку в прикуску, чтобы поесть. Сейчас, погодите. Батенька, а я что-то чашки не вижу. Ну ладно, сейчас, может, плохо посмотрела. Наверное, плохо посмотрела. Да, нашлись. Вот они. Вытереть полотенчиком. Ковер Виталик принес для пола. Да, уютный домик у нас. Чайник тоже достаю, потому что мы по-любому будем чай допить. Будем, будем, будем. Фу! Пардоньте, извините. Спасибо. Чашечки. Отлично. Присаживайтесь, пожалуйста. Фух. Умылся. Вот это еще. Дальше. Это накрываем. Потом я все это уложу. Сейчас я смотрю, у меня порвалась эта зараза. Ну ладно, уж бывает. Так. Хлебушек порежу. Да, ты хлебушек порежешь. Помидоры будешь, хочешь? Помидоры, да, буду. Будешь, хочешь. Значит, я их сейчас полосну. Как раз у нас чашка есть, а чашка у нас здесь же. И можно будет и руки помыть, и выплеснуть все нафиг. Яйца мы купили, кто-то обеспокоился, говорит, яйца-то купили. Сейчас, лучок же купили. Папа, молодец, потому что. Так. А, нож у нас один, да? Нет, два. Я сейчас возьму тот. Сейчас тебе этот отдам, погоди. Держите, пожалуйста. Блин, я перед отпуском не наточил. Ничего страшного. Адыгейскую соль тоже купили, кто-то у нас беспокоился. Так, вот это нам нужно в нашу черную сумку переложить. Она у нас там, да? Черно-белая. А, вот здесь. Вот сразу в эту сумку я дрожжи, соль переложу, потому что из таких вещей у нас здесь. И даже если получится, можно макароны запихнуть, чтобы они у нас не мешались. Кетчуп-майонез купили тоже. Я вообще-то не любитель майонеза, но бывает. Бывает такое, что там кетчунес. Да, и не покупали бы, если бы не это. Не хотели перекус устроить. Да, мы думали перекус устроить, на самом деле прям, видите, основательно суп сварили. Молодцы. Может, макароны влезут сюда? Хренаны, походу. Ну ладно. Да, место есть. Найдем под макароны. Ладно, все равно соль еще достану. Сюда положу. Вот мне нравится, когда все в контейнерах. А у нас контейнер есть, а туда мы сосиски сварим. Сегодня сварим сосиски и положим с собой яйца сварим, чтобы у нас на завтра был готовый обед, скажем так, если это так можно назвать. Ага, у нас ты пакет помнишь, говорил, пакет выкинуть или что сделать? Я говорю, оставь. Ой. Нет? Ну давай и хер с ним. Да, хер с ним. А вода у нас здесь есть? Нет. Замучила уже бедного. Вот сюда водички. Ну ничего, ничего, сейчас поедим. Нормально. Такая чашка удобная. Я вчера о ней мечтала. Причем можно хоть овощи, хоть просто, если там
что-то помыть или рыбу почистить сюда. Все что угодно. У нас такое не оказалось. Мы хотели взять контейнер, но мы про него забыли. Значит, будешь еще что-то оттуда вобрать? Да нет. Давай я его тут поставлю, да, и там будет поставь. У нас хлеб. Все, сейчас будем есть.